Добрый вечер, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Твари ТВ. В эфире ваша любимая программа, под которую вы так любите засыпать. В мире животных. И я ее бессменный ведущий. Уже многие десятки лет Украина проживает в мире животных. И вот самые яркие представители. Зупиніться! Я скажу! Колеги, зупиніться! Стадо баранов рвется к водопою. О, а это самцы борются за самца. Вова! Ты показываешь передачу, которая старше, чем Саня наш. Во-вторых, Вова, я в квартале устал шутить про политику. Ну подожди, Вова, ты же в квартале не шутишь. Так тихо! Не дают волчку. Да я сейчас реветь буду еще. Ты это, зачем вот это вытащил? Это пуф. Зачем нам пуф? Ну подожди, вы же в каждом выступлении стреляете. Ну? Ну, типа, вы пуф, и я пуф. А, ну все, хана, выключайте камеры, лучше уже не будет, все. Стойте, подождите. Я что-то придумаю, пусть он здесь постоит, вы там продолжайте. Так, а ты и так знаешь, что делать. Поехали. Дамы и господа, перед вами стадион Деброва. На нашем канале первый юмористический номер «Случай у грумера». Я прошу прощения. Да. Сдавал вам собаку на стрижку. Напомните, пожалуйста. Белый пудель Филя. Белый пудель? Да, подстригли уже. Подстригли? Да. Слава Богу. Прошу, забирайте вашего пуделя. Обязательно оставьте отзыв. Это что такое? Белый пудель Филя. Это шерсть. А, он спит просто. Вы домой принесете его, он соберется до кучи, все нормально будет. Вы что, издеваетесь надо мной? Это не моя собака, вы чё? Подожди, вы просили меня все лишнее убрать, я убрал. Тем более, он теперь не лает, не кусается, на прохожих не бросается, на кошек ноль внимания, вот это подстригание. Слушайте, я собираюсь разводить пуделей, как вот это вот я сейчас буду... Сколько щенок стоит? $500. $500, да? Да. Опа, штука баксов на столе. Все, разводите, ради бога, оставьте отзыв только. Слушайте, вы в своем уме? Где моя собака? Ладно, я расскажу. Только не перебивайте меня. Хорошо. В общем, у меня затупились ножницы. Я говорю, поехали с друзьями, сейчас недалеко тут наточим их. Сели в машину, я, мои друзья, Филя сел за руль. Филя сел за руль? Ну не перебивайте, я же говорю, мы едем. Я смотрю на часы, у меня стрелка секундная с ума сходит. Я говорю, пацаны, смотрите. А Кент мой говорит, Радо, надо покупать луч или полет. Я включаю радио, там тоже все шумит. Я понимаю, что машина заминирована. Я кричу, Фил из машины! Мы с пчелой выскочили. А Фила цепануло, он сейчас с Клифосовского лежит. Это бригада. Да, это бригада. Вы о чем спрашивали? Где моя собака? Ты что, придурок? Я сейчас милицию... Все, не надо милицию. Сань, вынеси, пожалуйста, этого пуделя. Фил, слава богу, с тобой все хорошо. Пойдем, маленький. Извините, можно посмотреть, там височки ровно или нет? Запомни, Фил, мы с первого класса вместе. Слушай, что делать? Успокойся, мужик. Дамы и господа, а сейчас на нашем канале кошачий стендап. И первый стендап-комик – кот Дорофей. Всем привет! Поднимите руки, кто любит заниматься сексом. Ага.
Ага. Тебя запомнил, приду вечером, посмотрю. Слушайте, люди, вы очень странные, вы очень странные. Вы так не любите наши мартовские крики, но при этом абсолютно спокойно слушайте песни Поляковой. Но есть у вас и хорошее. Есть хорошее, это приложение Дия. Я недавно скачал себе, добавил туда усы, лапы и хвост, в общем, все свои документы. Ой, что-то захотелось. А чё вы так удивляетесь? Я кот, где хочу, там и гуляю. Опа, Стасич, родненький, Поджелудочная, да. Сейчас пройдет, сейчас полежу, пройдет, подожди. Всю руки еще мухтаром пахнут, а? Кстати, хочу от всех своих западных коллег заявить, знаете, сделать такое обращение и попросить вас всех преклонить колено перед черными котами. Как говорится, Black Lives Matter! О, хотите прикол? Ни хрена не получилось. В драке потерял уши. О, хотите прикол? Хума! Хума, еще 8 жизней осталось! Фу! Слушайте, у меня на этом все. Пойду сейчас за кулисы. Очень хочется полизать лысины Потапу с Кашивым. А на нашем канале случай в кабинете директора зоопарка. Здравствуйте! Да. Вы директор зоопарка? Да. Слушайте, дело молодое, вы меня наверняка поймете. В общем, недавно пересекся глазами с вашей сотрудницей. Ага. Искра пролетела. В общем, хотел узнать, когда она со смены освобождается. Воль, а как зовут ее? Люда. Люда. А, это уборщица наша. Ну, такое прекрасное создание не может быть уборщицей. Подождите. А, ветеринар. Не, не ветеринар. Подожди, а кто же у нас Люда там? Косуля. Косуля? Да, Косуля. Фамилия такая? Не, Подвид. Семейство Оленевых. Слушайте, вы серьезно хотите встречаться с Косулей? Я серьезно хочу встречаться с Косулей. У меня максимально серьезные намерения. Через полгода свадьба. Если с работой все норм, открываем маникюрный салон, пусть с девочками занимает. Косуля маникюром? Ну или ресницы, там ума много не надо. Слушайте, я понял, сейчас. Охрана, подойдите, пожалуйста. Она понравилась тебе, да? Я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Ты знаешь, почему она работает здесь? Ведь на такое место просто так не присесть. Это что, фактор 2, что ли? Это фактор 2. Товарищ директор, у нас беда! Косуля сбежала! Как сбежал? Вы что, в своем уме? Да что ж такое-то? Что, сбежала? Бобры есть? Есть, только они веселые. Грустные нужны. Зачем? Мужик, забухать хочу. Пойдем. На нашем канале заключительный юмористический номер «Случай в уже знакомом вам подъезде». Да? О, привет, сосед! Помнишь, я тебе помогал 1000 раз, выручал тебя? Не. Ну не об этом. Слушай. Тут такое дело, я в гараже у себя бизнес небольшой открыл. Петушиные бои. У меня петух заболел, можешь выйти вместо него на бой? Подожди, как ты себе это представляешь? Я тебе костюм выдам. Там, ну, свет приглушенный, все выпившие, никто не заметит ничего. Так ты выйди. Я участковый, меня и так на районе петухом называют. Не, Вов, это какая-то авантюра. Я не хочу. $200. Опять из монополии? В этот раз настоящий. Ну ладно, что, надо просто подраться с петухом и все? Ну, не просто, ты должен лечь во втором раунде.
Ну как ты себе это представляешь? Я 1,80 м. Что там того петуха? Ну там что-то упадешь, там нокаут засчитаем тебе и все. $200. Ну, ну ладно, $200. Сейчас я только переоденусь. Я за костюмом. Угу, слышь, подожди. А дети дома твои? Да, зачем? Там после петушиных боев таракани бега. Мои к бабушке уехали. Но костюмы есть, мужик. Друзья, знаете, в конце хотелось сказать, мир животных очень... Слушай, Дантес, если это твоя новая песня, мог бы хотя бы слова написать туда. Как... Я Маугли, я человеческий детеныш. Мы с тобой одной крови, ты и я. Но с Дорофеевой спишь ты, а не я. Сейчас не об этом. Мы должны победить армию рыжих псов. И в этом нам помогут волки. Какие волки, Вова? Ты что, не видишь? Вот она, моя армия волков. Вот моя стая, да? Отлично! Чтобы все получилось, вы должны повторять то, что появится на экране, когда я делаю руками вот так. Давайте попробуем. Когда ногами становлюсь на пуф, все мои волки делают. Ауф! Еще! Ауф! Знаете, друзья, мы на самом деле многому должны научиться у животных. Вот, например, волки приютили человека, вскормили человека, воспитали человека. Да что я говорю? Трусы пошили человеку. Вот этими вот лапочками, вот это вот батушечками, какатками, что-то... Что я говорю с вами? Стадион Деброва, Дантес, спасибо за внимание! Извините. Попорол вам стендап. Нормально, нормально. Стадион Деброва. И Владимир Маугли, Дантес! Боже, Дантик в шикарной форме отдельно. Девочки, ваши ауф для Дантеса. У, какой Дантес, красивый парень. Ты же рэпер, Лёха. Ну... А какой из тебя рэпер, если тебя ни разу не шмаляли? Можете шмальнуть? Не, подожди, дайте Бакланову, его не жалко. Тихо. Об этом мечтает половина рэперов Украины. Но нет, я все-таки продолжаю вести Лигу смеха как отражение Евгения Кошевого. Да! Гарик сидит, как моя бабушка перед экраном. Гарик, скажи, пожалуйста, как тебе этот ауф? Ну, мне очень понравилось. Конечно, зависть Вованым кубиком, Вованой форме. Ножки какие? Ножки роскошные. Вот, оторвало, да? Я стараюсь не смотреть на ножки. Да, смотри. Не возбуждайся. Да, мы прошлую неделю поменяли судейство, если ты помнишь. Конечно. Да. Поэтому судьи могут сказать либо дальше, либо в батл. Если судьи скажут 3 раза дальше, то команда автоматически попадает в батл. Правильно? Очень правильно. Отлично поменяли правила, Жень. А можешь стрельнуть еще с этой стороны, а то я же... Не, хватит. Так, давай станем так, как тебе привычнее, Женя, не волнуйся. Итак, у судей только 2 варианта. Или дальше, или в батл. Умеете считать, как я на прошлой игре? Тогда все посчитайте. Итак, внимание, Гарик. Давай. Я по-прежнему считаю, что первыми выступать сложнее всего. Хотя зал сегодня потрясающий, все так встречают. Но первыми выступать очень сложно. Поэтому карму я себе портить не буду перед выступлением. Я говорю дальше. Молодец. Голова Дантеса. Одно дальше. Гарик, дальше или в батл? Мы очень близки с Вовой. Вы даже не представляете, насколько? Как в батл. Насколько в батл? Батл. Да, Олеся. Дальше или в батл? Дальше или в батл? Батл. В батл. 2 в батл. Серый. Было неровно. Неровно всегда, да, то есть на градусе, на высшем были ямы. Вот. Но это было дерзко, это было смело. Это... Я не знаю, почему, честно, Володя, вот почему на этом месте, когда ты на пуфик залез и начал, все это музло пошло, и уф, у меня мурашки пошли по телу.
Я не понимаю. Потому что я серьезно. Тест качает. Так я не качался, я просто сидел, ну, смотрел и слушал, а они... Это... У меня тоже сейчас мурашки по телу, потому что мне холодно, да. Нереально. Зал-то холодный. Серег, ускоряйся. Дальше. Я прям как новорожденный. Хотя один на Сережу лучше не дави. Хотя на Сережу лучше не дави. Серега, не спеши. Пусть постоит, пусть хлебнет немножко. Ребят, реально, пол очень холодный. Здесь. Дальше или в батл, Серег? Сильные пацаны, мне хочется увидеть их дальше. Дальше. 2-2. 2-2. Итак, внимание. Станислав Владимирович, я обожаю этот момент, когда мне нужно принимать решение. У меня хлебом не кормить. Такой сезон. Вот. Такой сезон. Вот о чем хочу сказать. Вы выиграли все, что можно выиграть, поэтому давайте, принимайте решение. Извините. Господа кучерявые, можно я буду говорить? Да пожалуйста. Спасибо. Я вот о чем хочу сказать. Я обожаю эту команду. Обожаю. И считаю, что они могут лучше, круче, ядрёнее и так далее. Поэтому батл. В батл. Все мои волки сказали вам батл. Ребята, мы аплодируем. Зрители, поддержите команду. В батл, да. Это было просто прекрасно. Спасибо. Продолжим, ребят. Жека, ты знаешь, что получится, если Русановский канал наполнить не водой, а вот, например, весь канал наполнить пивом? Что же получится? Получится развлекательный канал. Плохо. Встречайте, команда VIP Тернопиль, Маша Ефросинина и развлекательный канал. Поехали. Перше знайомство було дуже солодким, то що ми їй подарували. Дуже солодким. Ми їй подарували торт, а, та, не дав закінчити. Я не про то подумав. Ти постійно не про то думаєш. Перше, що мене вразило, що вони як справжня родина. Тобто, якщо ми говоримо команда, то я б назвала віпів реально взірцем командності. Ну, по-перше, це свіже лице в лізі сміху. І нам, певно, подобається те, що вона реально не була юзана. Я хочу експериментів. Мій найбільший страх, я це сказала обом командам, в тому, що мене почнуть все ж таки юзати, да, чи придумувати мені образи тієї самої правильної Маші. Та вже видно, що її юзати і юзати. Я не знаю, що може бути таке, щоб я зупинилася або злякалася. Звичайно, це може бути, але виходячи з того, як я відчуваю себе сьогодні, то я не боюся майже нічого. Ну, якщо тільки голою скажуть вийти, то хоча мені і тут є що показати. Ну що, хлопці, смачно? Дуже. Ну, щоб виростити такі гарні фрукти і овочі, треба їх обов'язково не тільки любити і доглядати, а ще й захищати від різних шкідників, тлі, капусниці і так далі. А для цього в нас є спектр сад. Там є комплексні рішення для того, щоб виросли гарні і поживні фрукти. І крім того, ви можете там придбати все від насіння і до самих препаратів. А я думаю, якщо нам ще отак зробити, то і там у вас щось виросте. Потап, в тебе є дача? Є. Є дача. Дивися, я думаю, що в тебе є ще й вдома одна квіточка. Так. Ти можеш залити сюди Армані і так само її доглядати. Який клас. Все? Так, все, ми готові. Давай, поїхали! Молодці, поїхали. Слышиш, а Володька вже ж в житті Тарас зовут? Так. От странно, коли люди називають себе на сцені другим іменем. Я з тобою, Потап, повністю согласен. Правильно ты все, Леха, сказал. Пані і панове, на розважальному каналі VIP TV смертельний номер. Зараз Танька стрибне в кольцо. Таня! Таня? Таня? Танька. Так, і де вона? Малюється опять, чи що? Тобі треба що сказати, я тобі сказати, я сказати! Помітайте мене, правда, я тобі сказати! Дівки, що таке? Цей песик має знати своє місце! Ти тварюка вкусила мене! Вона вас привита?
Я зараз тебе покажу, какая я прыгаю. Во-во-во, вы что мутите? Алло, вы все портите. У нас развожальный канал. Господи, давайте хотя бы так. Тише. Щасливий момент на нашій передачі. Бо з'єдналася вся сім'я. Або ні, давайте отак. А в нас продовжуються дебати Юлії Мендель і Ірини Геращенко. Або ні, давайте отак. Опа! Ладно, давайте роз'єднайте їх, роз'єднайте. Так, заспокойтеся, ну, все. Ганна. Все. Так, а що вам ще сталося, Маша? Та нічого не сталося. Я взагалі їй комплімента зробила. О. Комплімента, я їй сказала, Танька, ти дуже смішна. Мені кажуть, що я не смішна. А от ти дуже смішна. Подиви, криві ноги, маленькі груди, смішне лице, пісклявий голос. Це ж можна стати, ти просто її не можу. Я їй зараз можу. Мене не можна. Я, між іншим, рекламне обличчя відомого йогурту. А я думаю, що така морда кисла, а? Я Так, все, наш розважальний канал виходить в ефір. Дивимось! В ефірі VIP-TV. Хто зверху? Прийшла. Кумири минулого століття. Елвіс Преслі, Френк Сінатра, Бітлз. Люди мусили перебиватися чим попало, бо ще не було Сергія Притули. Панове, в ефірі релігійно-розважальна програма «Хто там зверху?». І у нас команда віруючих проти команди атеїстів. Хто ж там зверху? Бог є! Стратосфера! І на початку невеликий лайфхак. Якщо ви хочете зробити комплімент своїй дівчині, просто скажіть: «Мала, ти сьогодні така притула». Капітан віруючих пані Люда ще донедавна грала за атеїстів. Але стала віруючою після того, як зрозуміла, які бабки можна заробляти на колядках та щедрівках. Христос народжає! А в команді атеїстів немає капітана, тому що серед працівника ЖЕКу, судді Конституційного суду і продавця борщу в Буковелі дуже важко вибрати найбільшого безбожника. Багато хто запитує, чому я так часто поправляю волосся. Тому що навіть волосся не може встояти перед Сергієм Притулою. Так ми будемо визначати, хто зверху чи ні? Для чого? Перемогла команда віруючих! Yeah! В смислі? Ну тому що, якщо Бога немає, хто ж тоді створив Сергія Притулу? Кохайтеся з Сергієм Притулою, бо я того вартий! В ефірі шоу «Теорія зради». Шоу, в якому ми розкриваємо подружню зраду. І саме зараз чоловік нашої героїні Тамари привів додому свою коханку. І ми вже готові дивитися наші приховані камери, що саме там відбувається. Відота, Боже, яка ж відота, та Господи, подивись на ці обої і позор. Це ваша квартира. Та два год, кажу, вже переклеїть. Ну все, почалося. Та давай, Славік, давай. Давай, не підведи, Славік. Давай. Єс! Зняв носки. Ну все, побігли, застукаємо їх на гарячому. Та все вже.
А ось що саме цікаве зараз буде, дивись. Зараз він буде з нею розраховуватись, так? Так? За тумбочкою? Чесно? Отже ж, падла. Скільки я шукала цю заначку. Дякую, прекрасна передача. Славі тобі, хана! Сьогодні ми зібралися тут, щоб попрощатися і провести в останню путь 112-й канал. News One, ZIK, Тутсі, Новий, Плюси, п'ятий канал цукерки принесли. На кого ви мене покинули? Інтер, ну заспокойтеся, ну... Серйозно! Я перепрошую, а камери кому лишаються? Перший національний. Ну давайте без дерибана, купіть собі камери. Ви подібники, потому что ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна! А, вони хрест використовують як антенну. Треба залізний поміняти на дерев'яний. Скоро на VIP-TV тіні забутих каналів. VIP-TV представляє «Право на владу» з Лесею Нікітюк. Тарарі, тарарай, тарарарарара. Здрасте! Так, я не поняла, що це за назва така «Право на владу». Я не влада, я Леся Іванівна. Давайте, міняйте там. Мальчики! Улибаємося, мальчики! І так, зараз слово надається начальнику департаменту комунікації і там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла всякої муті. Коротше, оцей от печальний штамп, схожий на мого бившого. Але що, приїхав на Range Rover, да? Нормальний тіпок, давай віщай. Шановні депутати, я... Ну, давайте. Як тебе звати? Ігор. По батькові? До речі, так як вас. Ігор Іванівна, давай. Що ви мені тикаєте? Я депутат обласної ради. За мене проголосувало 20 тисяч чоловік. А, серйозно? Фотка мого пса. Її лайкнуло 127 тисяч. Коротше, в нас відеодзвінок. Давайте. Давай. Вітаю, студія, вітаю. Наша політична сила... О, якийсь безпантовий тік-ток. А давайте так. Компетенції, ринки, ну або уряд. Потрібно забезпечити умови. Так, я, звичайно, дуже перепрошую, але ми взагалі тут всі депутати. За нас люди голосували. Ой-ой-ой, знаю, за яку фігню наші люди вміють голосувати. Це я вам як фіналіст танців зірками говорю. Так, все, з мене досить, я в цьому бардаку участі не беру. До побачення. Так, Іванівна, все, добре, добре, я поняла. Буде так, як ви хотіли. Треба визначити, хто з вас правий. Добре, правильно, давайте. Як будемо визначати? Демоглядки! Хто вернув? На що, на що? Так, ну що, я готова. Так, так, так. Що далі? Так, у нас зараз десь сюжет про дальнобойщика і проститутку. Ти, понятно, хто? Грайте! Маша, ша! Ти не поняла? Ха! Ти не дальнобойщик. Так, стоп. Всі сюди вийшли, швидко. Всі сюди. Швидко мені сказали, хто з вас такий хворий на голову, що вигадав, що я маю грати проститутку. Ти? Что я строгая, правильная, холодная и так далее. А я, может, проститутку хочу сыграть. Не-не-не, чекайте. Ну,
Жарти жартами, а ви дійсно думаєте, що я, мати двох дітей, заміжня жінка, заради якогось хайпу, заради ось цей ефіру на плюсах, де мене не показують вже 5 років, зіграю вам напівоголену проститутку? Не буде такого ніколи, бо я не така! І це говорить людина, яка спочатку була на першому національному. Так. Потім перейшла на новий, з нового на ICTV, з ICTV на Терка Україна, з Терка Україна на СТБ і зараз на 1+1? Маша, та ти природжена! Каналів розважальних у світі є десь мільйон, але наш найгідший, бо стопудово це камон. Бо в нас є дві перлинки, дві подружки, два ангела, дві леді, дві пушинки, два уособлення добра. Це Таня наша, ну і тренер Маша, що для каналу може бути краще. Наш контент розважальний, може трошки скандальний, не перемикай. В ефірі були VIP-TV і Маша Єфросиніна! VIP Тернопіль і Пресьой, Маша Єфросиніна! Як, боже, ви що? А, от, ні! Браво, Тіна, браво за таку прекрасну, молодці, красиву каскадерську роботу! Браво, браво, молодці, Маша! Маша сначала стала на Лиге смеха в первой игре Машей Ефросисиной. Теперь Маша проститутка. Кем забудь. Ты будешь? Все, все, дальше. Она сказала, забудь. Забудь. А то были бы у тебя волосы, и тебя потаскали, чувак. Да. Жень, не возбуждай меня, а вот возбудило ли выступление это наших прекрасных тренеров? Да. Давай спросим первого Гарика, пусть он идет готовится. Гарик, да. Дальше или в батл? Возбудило. Да. Я отвечу на тот вопрос, который вы задали. Возбудило. Да. Возбудило сильно. Мне очень понравилось, но... Мне сказали, что я должен быть жесткий. Да, Гарик, будь жесткий, тем более ты в таком халате жестком. Ва, Маша, дожимай, Маша. Надо дальше. У тебя есть только два выхода, Гарик. Дальше или... Маш, я так не делал, а то сейчас Гарик начнет халат я тоже прятать. Я становлюсь все жестче и жестче, кстати, Маш. Красное на желтое, а ну-ка. Все-таки в батл. В батл. Окей, раз в батл. Маш. Давай, Машенька, да. Машенька, ты невероятная, ты крутая такая, я просто в шоке, честное слово. Правда. Я восхищаюсь твоими, твоим актерским талантом. Это все, ну, ребята, это... спасибо. А ребят я хочу увидеть, чтобы они поборолись с другими в батле. Батл. Вас батл. Отправляют в батл. Два батл. Батл. И такого. Слушайте, я только что был там, на этом месте, и... Тоже пошел в батл. Да, я тоже пошел в батл. И потянешь за собой. Звучит как-то, я тоже пошел в батл. Но так как я был раздет, как и Маша, и понимаю, что... Я сразу вам скажу, ребята, там два батла уже было. Я не хочу брать на себя ответственность. Было не супер, ну, не разрыв по шуткам. Маша вытягивала реально круто. Но из-за того, что Маша переступает через себя каждый эфир и оголяется, и девушка легкого поведения, все остальное, я чисто для Маши скажу дальше. Дальше, а я супер. Хочу. Итак, два батл, один дальше. Дальше. Ну что? Олесечка. Дальше или в батл? Я очень солидарна с Вовой. Ну вот, я бы сказала те же слова, поэтому не стану повторяться. Вот, и мне очень хочется посмотреть, что Маша учудит в следующий раз. Поэтому дальше. Дальше. Значит, тогда Станислав. Много-много лет назад я имел удовольствие познакомиться с этой девушкой на съемочной площадке фильма, вернее, сериала, самого популярного в то время «5 минут до метро». Вот. 72-й год. Да. Я иду к Лёше, у меня бакенбарды. Маленькая девочка, дай тебе автограф. Я подошел и сказал, мальчик, быть тебе рэпером. А я понял.
Я честно скажу, господа, я не считал, кто сколько за, кто-то сколько против, дальше или нет. Смотрите, Маше я говорю дальше, а команде говорю батл. Машка, ты проходишь дальше. Команда уходит в батл. Спасибо большое. VIP Тернопиль встречается в батле пока что только со стадионом Деброва. Молодцы. Да, пошли эти судьи. Честно говоря, мы старались, сделали разрыв. Зал смеялся, все время смеялся зал. Я ничего не понимаю. Я да, дякую вам. Вы накрутили. Посерьезно, если сказать о том, что мы только что видели. Это чудесно, когда тренер так работает на сцене. Но очень бы хотелось, что так бы работала еще и команда, Алексей, понимаешь? Вот. Да. И устал. А, вот оно что. Я Стас... Мальчик. Да. Вы же... А давай посоревнуемся, чьи громче, твои или мои? А ну кто за Потапа? Ладно, я проиграл. Кто за Баклана? Спасибо, спасибо. Потом все по списку после игры. Да. Всех отмечу в Инстаграм, говорит Баклан. Да, именно Баклан меня, Стас, научил правильно подбирать рифмы. Откуда эти строки? В кармане план, за спиной кучерявый пацан, а рядом со мной великий Баклан. Это именно... Стасик, аплодисменты, Стас! Спасибо, вот спасибо. Вы сейчас станете, сядете на свое место, Станислав Владимирович. Не... Алеша уже хит написал. Да? Я ну, как ему кажется. Вы похожи на моего трудовика. Да, если Гарик похож на мою бабушку, причем под ЛСД. Да, то... Вот, пожалуйста. Это Лига Смеха, ребята, все по-настоящему. Боже! Что происходит, Станислав? Станислав, у вас... Просто там уже плащ грязный, поэтому надо перевернуть. Только не тулите. Я думаю, когда я это покажу. Спасибо, друзья. Только не тулите в тулку. Маша, иди сюда. Чего ты? Браво. Никуда, чего ты? Ты переоделась под этим кожаным клифом, да? Очень, я хочу, чтобы думать, что там осталась все та же героиня, которую ты не сыграл. Я? Она там, малыш, для тебя. Я понял. Хорошо, продолжаем. Да, пока у меня такое ощущение, что мы продаем Потапа, честное слово. Продаем Потапа красивым женщинам. Да, мы выступаем с Женей 2 по 300. Итак, нет, я не вас имел в виду, Станислав Владимирович. Не надо. После вас была уже Маша Ефросинина. Поэтому аплодисменты, друзья. Поехали. Женечка, ты знаешь, что следующий канал для меня особо актуален, потому что я появился на нем в свои 18 лет. Ты про Магнолия ТВ, Лех? Нет, я про музыкальный канал. Я понял. Трио разные и ведущий. Гарик Карагоцкий, канал музыкальный. Внимание на экран. Держитесь. Часто спрашивают, было ли у вас с двумя. Так вот, сегодня у меня будет с тремя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Боже, Настя, это так прикольно. Я тоже как живой. Ну, Саша, клюнешь, как брат. Надень тебе одновременно. Боже, Олег, мы вдруг... И начинается новая жизнь. Вау! Боже, это реально. Ребята, это так классно! Мы еще как бы с такого масштаба личностью как бы не работали. Он совсем другой. Интереснейший персонаж, но мне, например, было сложно объяснить моей маме, кто такой Гарик. Мы начинаем перенимать вот эту его дерзость, такую свободу в общении, матюкаться. Но в целом я очень хочу, чтобы мы и себя не потеряли рядом с ним. И я надеюсь, что у нас это получится. Первый драфт сценария мне откровенно не понравился. Мы с девочками разошлись во мнениях. И он сказал, что если это все останется, то он это сделает. Но он хочет, чтобы мы рискнули. Непонятно, как это сработает. Абсолютно. Вот, от слова совсем. Но мне кажется, что это может быть достаточно интересный симбиоз. Мы нашли общий язык, и сейчас у нас... Ребят, сразу к благодарности. Слушай, Женя, а ты знаешь, как на английском будет лучшая доставка еды? Rocket.
Совершенно верно, держимый мальчик. Теперь ты рыцарь рюкзака и доставки. А вы, дорогие зрители, запомните, с этим промокодом новые пользователи получат скидку на первый заказ. Если забыли приготовить ужин, Рокет привезет. А вот, парни, моя армия. Смотрите, я кричу «дом», вы кричите «Рия». Готовы? Дом! Рия! Дом! Рия! Это проверенные фанаты «Дом Рия», а также интернет-инспекторы, которые делятся правдой и оставляют отзывы о недвижимости и продавцах. Они помогают миллионам украинцам покупать недвижимость безопасно. Делись правдой на «Дом Рия». Присоединись к обществу интернет-инспекторов фанатов правды. Прекрасно. Удачи, ребята. Красавчики. Слушай, а мне понравились вот эти вот ребята, вот эта группа поддержки. Они мне напомнили твоих фанатов. Такие же громкие, да? Нет, их тоже 4. Три разные и ведущие. И Гарик Карагоцкий. Громче аплодисменты. Дамы и господа, встречайте на нашем музыкальном канале Гарик Комарик. Комар нечаянно нагрянет, когда его никто не ждет. И пусть жюри всем страшно станет в час, когда он запоет свой хоботок. Пусть не горит в руках фонарик, могу я порешать дела. Я маленький комарик Гарик, только жалю больно я, прям как пчела. Вова! С тебя я высосу все соки. Маша! Как жаль, что нечего сосать. Лапки! Тебе я в рот засуну лапки. Простите, Леся! Себя придется расчесать. Браво! 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 Боже мой! Мурашки по коже! Вау! Как тонко! У нас тема «Музыкальный канал», и вы сразу начали с песни. Мы бы никогда до этого не додумались. Нет. Я Гарик Комарик. Какой нахрен комарик? Вам 60 лет, комары столько не живут, Саша! Я в смысле, вы таланты, вы вдохновляете. Да. Кто-то подумает, я бы тоже хотел в этом возрасте красить волосы в кислотный, а не дремать в удобном кресле. А вы будто говорите, все возможно, Стас! А у меня есть крылышки. Девочки, у него есть крылышки. Ну так летите. 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 Карагоцкий, серьезно. Зачем нам тренер Бабкин? Он странный, в сандалях ходит. В сандалях, но в трусах. Я чувствую себя таким свободным. Вот. Девочки, ну я думала, он миллионер. Он купит нам яхту. Мы попробуем кокаин, кешью. А все, хрен! Подождите. Ну я же так хотела пони. Что причесывать гривку, заплетать золотую ленту. Ну, пони бы все равно умер. Почему? Я бы тоже захотела на нем покататься. Ну ладно, чего ты? Ну ты ж похудела. Может, у него просто грыжа была бы. Нет, ну не пони, не грыжи. Не кешью. Только Гарик-комарик. Ай, ай, ой, ай. А меня комарик укусил. Он такой смешной. Виталик, вот только ты не начинай. Хорошо. Ну, в смысле, иди начинай. Хорошо. Ай, чешется. А
А у нас на музыкальном канале лайв-выступление. К сожалению, во время концерта зрители смотрят на вокалиста, а никто не обращает внимания на подпевку. Итак, смотрим. Бегу! Бегу, я тут! Я бегу! Я бегу! Успела! Шуба-дуба! Извините, опоздала, я просто на основной работе куриные бедра расфасовывала. Любовь! А сколько до конца концерта? 2 часа. Слезы по щекам, щекам. Гарик, что? Вы закончили? Ну, мы как бы здесь еще номер показываем. А я подожду. Так, Гарик, что вы хотите? Снова спеть песню «Комара»? Я как раз об этом хотел поговорить. Я считаю, что Гарик Комарик — это бред. Да! И что это перебор. Ну, конечно, перебор, это вообще перебор. Ну, какой же я Гарик Комарик? Я типичная муха-горюха. Не думала, что буду скучать по Гарику Комарику. Гарик Давидович. Гарик Давидович. Гарик Давидович. Гарик Давидович. Мы можем продолжать? А сейчас? Да перестаньте, пожалуйста! Ну будьте вы хоть немножко адекватным! А чё ж вы сразу не сказали? Я вас услышал. Поправьте мне крыло, пожалуйста. Я вас понял. Я вас понюхал. Девочки, я уже боюсь. Что с ним делать? Что с ним делать? Только на нашем музыкальном канале. О, Виталий, слушай, ты же мужчина? Да, да, ты мужчина. Слушай, ты можешь поговорить с Гариком по-мужски, чтобы он не срывал нам выступление? По-мужски? Да. Это я могу. Вы же мои львицы, я лев. Вы мои волчицы, я волк. Вы мои куечки, я... С Гариком поговорить? Да, конечно. Номер объяви. А, хорошо, без проблем. В последнее время набирает популярность и музыка из ТикТок. Ведь ТикТок сейчас снимают все. Итак, представим, где-то в обычной квартире. Мам? А что это ты делаешь? А я тут этот я. Знаешь, а я тут просто, понимаешь, там внизу как бы соседи шумят, и я им так стучу, так. Тише! 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 Ты что, ТикТок записываешь? Что? ТикТок? Фу, нет. Может быть. Тик-так, часики. Внуков хочу. Где мои внуки? А будут так внуки? Мама! Слушай, я вот чувствовала, что-то не так. За последнюю неделю ни одной открытки в Вайбере.
А между прочим, была Петра и Павла. Петра и Павла было? Да хватит! Ну ты не понимаешь, ТикТок это уже просто не для твоего возраста. А почему у Насти Каменских можно, а мне нельзя? Как минимум потому, что у Насти Каменских не хрустят колени. Посмотрим, что с ней через 2 года будет. Мама, что? Мать единственный раз захотела попасть в тренды, и все? Мать дура, мать плохая. Все, я отключаю роутер. Срочно освободите сцену. Повторяю, срочно освободите сцену. Потому что прямо сейчас на нашем канале музыкальное поздравление от Галины и Виталия. Станет на душе чудесно, когда в дом заходит песня. Ждет наш зритель с нетерпением музыкальных поздравлений! Каждый день нам приходят сотни писем. Если вы хотите заказать музыкальное поздравление, можете просто скинуть деньги на карту. Кстати, Галина, а у вас есть монобанк? Нет, монобанк у дубилета. Пока. Что ж, а у нас первое музыкальное поздравление. Супруга, друзья и близкие поздравляют Вову Дантеса с бармицвой. Лучше позже, чем никогда, Володя. И сейчас для вас прозвучит эта песня. Это ты так поговорил с Гариком по-мужски? Но вы же знаете, что со мной делают парочка бокалов просека. Я на все ведусь. Это потому, что вы ведусий. Посмотрите, какой он смешной. С тобой все понятно, иди. О, Господи. Гарик, спрошу вас, как своего деда с деменцией. Вы зачем надели женское платье? Я могу снять. Не надо! Так, Гарик, ну вы понимаете, что вот это ваше странное поведение, эти дурацкие костюмы, так вести себя нельзя! Можно! Вы когда-нибудь пробовали? Нет. Так попробуйте. Мы попробуем. Мы попробуем. А я пока покричу. Что? Чтобы сейчас на сцене гибискус свой расцвел. Всего всегда.
стеснялась, была сыра, как мышь. Но все, теперь я кошка. Кис-кис-кис! Как дура я ходила по улицам пешком, но я теперь владею горячим жеребцом. Глядите, это гривка, чесать ее легко. Все в жизни можно сделать, лишь подними седло, лишь подними седло. Просто влезай, это лучшие годы. Реки свободы лечь через край. Просто влезай, в час, когда ты на сцене, с нами на жденье, в сердце всегда. Ну что, попробовали? Как? Стыдно, но приятно, да. С вами были три разные ведущие и Гарри Карагоцкий. До скорых встреч, папа! О май гад! Это... О, боже мой, я это как разрыв. Будто побывал в голове у Гарика Карагоцкого. Вообще, Гарику огромное отдельное спасибо. Девочки, поздравляем. Браво, еще раз можно поаплодировать, потому что это называется разрыв. Гарик, посмотри, спасибо. Посмотри, евреи собирают деньги. Все как в жизни у нас. Гарик, спасибо большое. Спасибо большое. Аккуратно, аккуратно. Гарик, я увидел... Каким я буду, когда окончательно ёбнусь? Это первое. А второе, я... А второе, я не хочу на тебя смотреть, когда ты это сделаешь. Жень, спасибо. А второе, я хотел бы пригласить на свои похороны только двух артистов. Чтобы читал некролог Гарик Карагоцкий, а Тина Кароль отпевала. Полякова говорит, что она в этом мастер. Я не знаю, Лёх, я не знаю, но я приду, я обещаю. Гарик, браво! Пусть браво. На твоих похоронах будет меньше друзей. Гарик Карагоцкий. Браво! Это... Ну, слушайте, мы... А теперь давайте по-честному. Оцениваем только выступление. Зал и его разрыв не считается. Олесечка, давай, тебе выступать следующий. Говори, ты первая. Ну, погружение в мир Гарика, девчонки, абсолютное. И, ну, это, по-моему, сегодня самое крепкое, самое сильное выступление. Да, поэтому, безусловно и однозначно, дальше. Дальше. Спасибо. Раз. Машенька, давай, честно, о выступлении. Как я тебе? Девочек очень люблю, они это знают прекрасно. Гарик, тебя с дебютом, у тебя первое сегодня выступление. Это очень спасибо волнительно всем. Всегда. Спасибо девочкам и ведусиму. Теперь мы все знаем, как проходят домашние вечеринки у Гарика. Я хочу жить с Гариком. Мы там побывали, считай. Поэтому мое однозначное дальше. Спасибо, Машенька. Прекрасно. Давай, Вова. Бармитс у тебя. Спасибо, спасибо, что именно бармитс, а не бритмила, это обрезание. Это обсуждалось. Спасибо, Гарик, спасибо. Слушайте, самое главное, вам просто не видно, но я никогда не видел в жизни за вот все сезоны Лиги смеха, чтобы Стас так смеялся на каком-то из тренеров. Реально. Вот просто выходит Гарик, и у Стаса слезы, он тут потому катался. Что он одногодка, во-первых. Я вообще не видел вот таким. Да, это альтер-эго, понял? Стас, это, мы сейчас спросим Стаса. Да, это безумно было круто. Мне очень нравятся почти все девочки. Вот, но там у нас своя история. Настя была потрясающе. Но я знаете, что понял еще? Что этот сезон Лиги смеха
проходит под воробушком. И он не такой уж и, ну, и странный. Тут все команды, ну, есть где... Которые стремятся. Да не стремятся, может быть, даже перестремились немножечко. Поэтому дальше. Третье дальше. Кстати, Настечка, хочу тебе сказать, у Насти колени иногда хрустят. Браво за шутку. Спрашивает, при каких обстоятельствах? Сергей Бабкин. Спасибо вам огромное, девчонки. Виталик. Мужчина, Виталик, спасибо большое. Гарик, это было потрясающее безумство. Я люблю очень все яркое, я люблю очень такое пиу. Вообще, это очень классно. Поэтому я не могу сказать, я не могу сказать в батл. Не могу. Нет, не могу. Я говорю дальше, да, да. Браво. Четыре дальше. Стас, Станислав Владимирович, первый момент сейчас в вашем зависимости, когда от вас ничего не зависит. Я все могу. Ну, это понятно. Вот. Дело в том, что я сидел и не думал... Вы нам об этом не рассказывали. А я сразу по походке видел, что Стас сидел. Не помню. Ну, по присядке. По присядке, да. Извините, да, аккуратно, аккуратно. Да, думаешь, что... Я хочу сказать, что я не думал, что они курили. Я подумал, что я сейчас покурил. Когда все это видел. И я смеялся, хохотал, радовался за девчонок, за их правильный выбор. Вот. И думал о том, как хорошо, что есть... Не перебивай, ты заткнись, слышишь, малолетка, говори, Стас. Они тебя не выбрали, да? Ё-моё. Подождите, подождите. Извините, пожалуйста. А кто это был? А кто это был? А вы сюда. Где этот смелый мужчина? Где этот смелый мужчина? Тихо, успокойся. Успокойся, Вова. Я просто... Я хочу уйти. Я тебя прошу. Вова, просто вернуться. У нас тут хеклеры, ребята. Это юмор. Заметь, вы все время ведете себя паскудно, когда старший хочет сказать. Ну, вы все время перебиваете, дети. Еще соточку. И я смотрел на Гарика и радовался. Я хочу, чтобы он все время был. Вот, потому что есть человек, на которого будут потом вешать всех собак, а не на меня. Гарик, дальше. Дальше. Спасибо большое. Однозначным решением жюри. Три разные ведущие Гарик Арагонский проходят дальше. Дальше. Без импровизации! Первое впечатление, первое впечатление. Первое впечатление. Охуенно, во-первых, я не забыл текста, это главное. А все это остальное вообще... должна была быть охуенно. Это не для Ютуба. Я забыла. Это просто потрясающий человек. Это удивительный человек. Вова, ты себя видишь в будущем таким приблизительно? Да, конечно. Обязательно. Вы что? Слушайте, я считаю, что вот это самый главный показатель, как нужно... Вот Стас шикарный показатель, как нужно выглядеть 60 лет. Гарик показывает, как нужно выглядеть 60 лет. Люди не ведут себя, что они какие-то там... Что-то не могут, что-то не хотят. Они моложе нас всех. Это мы выходим такие, о, снег копать, как сложно мне жить, мне 33. Это Кличко говорит. Ну что ты? Маша, ты взялась за микрофон. Ты, судя по всему, что-то знаешь. Ты как человек. Не, ну Вова так сказал, что они молодые, а мы старые. Я хотела Вове сказать, говори за себя, малыш. Да, Володь, говори за себя. Именно малыш. Мы малыш. Видели, как ты смеялся на шутках команды 30+, Володя. Не стоит прибедняться. Вовчик, скажи, ладно, хорошо. Серега, ты... Да, Стас, извините. Нет, я просто вернусь опять к Гарику. Я проработал в театре всю свою жизнь, но я так не смогу сыграть. Честно. Так а он не играл, Стас. Не, вот в том-то и дело, что Гарик не играл. И это потрясающе, потому что это было такое естество. Вот, человек как так бы, живет. Человек так живет. Вот каждый такой, день рад. Вот. Он или комарик с утра, или муха. Вот так человек живет. Зависит от настроения людей. Да. А я просыпаюсь и по-прежнему баклан. Но зато вы можете на все смотреть с высоты птичьего полета, Станислав Владимирович. И на мух, и на комариков. Парни, а вот вы как думаете? Я вот сижу и сейчас размышляю. А эти костюмы вот у Гарика, это вот ему специально готовили для номера или это из его личной костюмерной? Это инфанта-карнавал на Жилянской 107.
Гарик возвращается в зал под бурные аплодисменты. Гарик, браво, браво, просто уникальный. Да, это да. Уникальный случай, я бы сказал. Красавчик, умничка. Поаплодируйте Карагольскому, он вернулся на свое место. Ну что, наконец-то мы достали, что раскачала команда. Раскачала, да. Значит, перед тем, как объявить следующую команду, хочу тебе рассказать одну историю. Давай-ка. Я возвращался вчера с семинара по неожиданным подводкам в Киев. И меня остановили менты, прикинь. Наши киевские? Нет, винницкие. А, встречайте. Винницкие и Алиса Жураковская. Канал «Здоровье». Алиса Жураковская. Собственно. Это были прекрасные домашние посиденьки. Я бы так сказал. Просто обозначили, рассказали, что планируем показывать. И потом сидели, пили чай. Олеся Викторовна прийшла и каже, давайте на ти. З нею просто, легко і... Как со мной. Да, парни? Да. Я такой, знаете, рациональный человек. Я очень организованная, и у меня должно быть так все четко. Я знаю, что я делаю, какое время. А ребята... такие, как огонь, как вспышка. Фу! Вот сейчас мы делаем это. Нет, потом вот это. По пути забывают, что уже рассказали или не рассказали. То есть они со мной разговаривают с позиции, как будто бы я уже все знаю. А я не знаю вообще ничего. Ну вот, и это так бодрит. Они сильные, они такие сработавшиеся. А я как пазлик попытаюсь как-то в их картину мира встроиться. Добрий вечір. І одразу ми хочемо подякувати нашому генеральному спонсору. Це компанія «Макош». Це агротрейдер, який постачає добрива. Саме ті, завдяки яким все проросте і виросте те, що ви захочете. А судячи по зачистці наших ведучих, для них це дуже актуальна інформація. Тому, шановні ведучі, слухайте, і у вас теж все проросте. Компания «Макош» позаботится о высоких урожаях. Пока вы сидите и думаете, ой, а что бы такое высадить у себя на огороде? Компания «Макош» уже доставляет вам лучшие удобрения. Все? Все. Да. Винницкие на сцене, да. Лиги смеха. Спасибо. А я не понял. Что? Они что, смеются над нашими прическами? А нам вообще все равно на самом деле. Прически у нас. Отлично. Что у меня на голове? Чуть поправим. Обязочки. Винницкий, встречайте, что вы сидите. On. Давай. Everybody. Чки, ха, 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 Стоп. Неразборчиво поем, да? Это все потому, что нам текст песни доктор написал. Друзья, на сцене сколиоз, плоскостопие, лишний вес, лишний нос и облысение. В общем, в эфире канал «Здоровье! Здоровье!» Друзья, и сразу же на сцену хочется пригласить нашего тренера, человека, который заряжает нас на позитив и на победу. Встречайте, Олеся Жураковская! Антидепрессант! У нас проблема. Какая? Я на вашу малолитражку села. На Иру? Как? Вот так. А где она? Что с ней? Ну, в принципе, кардинально ничего не изменилось. Даже как-то объемней стало, да? Кости целые. Не, ну, в принципе, зачем нам эта трубочка от коктейля, если у нас перед нами целый коктейль? И как мы теперь будем играть с такой Ирой? Да нормально, я профессионал! Поверили, поверили, да? Поверили! Ай, карамба!
эту шуточку, между прочим, мы с Олесей придумали, да? Подружка, 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 подружка. Окей. А знаете, как придумали? Сидела я на диване, шуточку думала, а тут Олеся меня не заметила и уселась на меня. Это еще хорошо, что у меня в роду Мивина была. Олеся меня аккуратненько в кипяточек окунула. И через 3 минуты я приобрела прежнюю форму. Да, эту шуточки тоже мы вдвоем с Ирочкой придумали. Да, да. Подружки! Зашибись, взяли актрису в команду. Мы же думали, что у них с Ирой будет конфликт, они взяли и подружились. Да ты что? Это же лига смеха. Здесь все конфликты надуманные. Это же вам не театр. Поэтому я, Жураковская Олеся Викторовна, заслуженная артистка Украины и артистка, которую вы заслужили, берем все в свои чуткие женские руки. Фу, устала, Ирочка? Не, нормально. А, устала, да, очень. Отдохни. Спасибо. Присяду. Че я там? Значит, давайте так, как будто я хожу. Ситуация такая. Соперники мощные, молодые, сильные, здоровые. Поэтому нам придется собраться и поднапрячься. В эфире канал «Здоровье». Я бы еще добавила «Не к черту». Поехали! Канал «Здоровье» работает круглосуточно, равно как и возможность ходить в аптеку в любое время. Представьте ночной поход в аптеку. Доброй ночи. Доброй ночи. Может, мне отсадил салициловую кислоту? Парагиновый раствор. 2-процентный, пожалуйста. В ампулах? Сейчас посмотрю. Угу. Доброй ночи. Доброй ночи. Можно мне отсутствие в ампулах, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Угу. Понятно. Извините, в ампулах нету. Я по базочке пробил, мы, оказывается, мебелью торгуем. Минздрав и канал «Здоровье» предупреждают. Люди, которые лечатся народными методами, рано или поздно вызывают скорую. Здрасте. Здрасте. Швидку викликали? Да. Что осталось? Короче, у меня муж Толик. Ага. Да. У него температура поднялась до 37,1, понимаете, да? Я его самым народным методом взяла водку и всего натерла, положила под одеяло. Температура подскочила до 39. Так, да, чекай, скоро, куда ты спешишь? Я ж не договорила. Бабушка мені казала, що самий лучший перевірений спосіб – це реально барсучий жир. Я поки того барсука догнала, поки його на Толіка всього видавила, розтерла Толіка, Толік вже якимись п'ятнами пішов. Понимаєш, я його ложу, короче, на кровать, Толік соскальзує, я його ложу на кровать, Толік соскальзує. Ну, а постель же атласна нам на свадьбу подарили. То чекай, ти чекай, я не договорила. Дід казав, що самий лучший спосіб – це керосин. Я виходжу на вулицю. Підходжу до трактора, а там барсук сидить такий, ну, мерзне, ну, бо він же вже обезжирений. Я цей, короче, керосин злила, прийшла, короче, Толіка всього, ну, так от, з ног до голови намазала, і тут фах! Що? Обив енергосвіт виключили. Я тільки спічку до Толіка підношу, пац! Що? Світло появилось? Толік іщез. Я так от Толіка піпів акуратно в стаканчик, отак от, позгортала, дивлюся на часи 12 часов.
Залила це все шампанським, загадала живання, ну, щоб всі були здорові. І Толіком запила. Так а нас ви що позвали? Ви знаєте, чесне слово, знаєте, складується таке відчуття, що від цих народних методів в мене кукушка поїхала. Будете крота фаршированого чернікою? Кажуть, дуже полезно для зріння. Так, коротше, все, поїхали, забирайте мене, бо я вже не можу. Минутка юмора на канале «Здоровье». Вашему вниманию круглошуточная аптека 36,6 шуток в минуту. Здрасте! А у вас есть презервативы XXXXXY хромосомы, чтоб не туда не попали? Здрасте! А у вас есть ватные диски? Есть. Дайте Любе и Газманова. Здравствуйте, а меня мама за зеленкой послала. Зеленки нет. Йод твою мать устроит? Здрасте. А у вас есть таблетки от непостоянства? Да. О, дайте, пожалуйста, бинт. Здрасте, а у вас есть боярышник? Нет. Ох, боярыня расстроится. Ай-яй-яй-яй. Здрасте. Дайте, пожалуйста, бандажный бинт, свечи, презервативы и что-то обезболивающее. Там. Но я поеду с вами. Зачем? Не могу пропустить такую вечеринку. Мой бы канал «Здоровье», я бы смотрел. Удовольствие. Такая там врачиха главная. На нашем канале прямое включение операции с доктором Комаровским. Тампон. Скальпель. Приступим. Ну, кто так делает надрез? Приветствую, дамы и господа. С вами школа доктора Комаровского. Почему больной не под наркозом? Ну, во-первых, не больной, а блогер. А во-вторых, как говорится, под наркозом ощущения не те. Так, введите ему анестезию. Ага. О, если что, я тут. Аппендикс чека – орган как бы абсолютно ненужный, как антикоррупционный комитет Украины. Вроде бы да, есть, вроде работает, но приносит только боль и дискомфорт. Помолчите вы, ну! Все, я молчу, вы там заглядываете в меня, что вы видите? Коньяк? Оригинально отблагодарить врача – это надо уметь. Понимаете, ходит с пакетом... Успокойтесь, у вас же сильное кровотечение! А это уже ваши проблемы. Поздравляю, коллеги, вы меня теряете. Обсудим основные ошибки. Во-первых, не проветрили. А тут... Телеканал «Здоровье» продолжает свое вещание. Представьте медпункт классического академического театра. Смотрим. Здравствуйте, доктор, можно? Здрасте. Проходим, садимся. Спасибо. На что жалуетесь? Очень болит голова. А как болит? Как будто бы сверлит? Или тупая боль? Как от Гордона каламбуров. Ну, типа. Знаете, болит, тут никогда так не болело. Такое впечатление, будто бы я родила, но через уши. Вот так. Не верю! Боли нет. Есть только неизменный кончины день. Слушайте, дайте мне аналгин. Ты полагаешь вещество, спрессованное в круг алхимиков из дарницы творения, тебя спасет? Нет, дитя, могу лишь помолиться за тебя. Дайте цитрамон. Он для народных, а ты здесь ни при чем. Вы мне предлагаете Офелию играть с мигренью?
Играй! Живи моментом! С мигренью, диареей и цингой играл я. Вот это был денек. Ты понимаешь мой намек? Нет. Актриса про недуг должна забыть. На сцене умирать, но жить. Доктор, ну как играть мне так? В буфете закарпатский есть коньяк. Спасибо. Друзья, ну и завершить эфир телеканала «Здоровье» хотелось бы словами моего главного лечащего врача, моей мамы. Дима, заболеешь — убью! Дорогие друзья, здоровья вам, 36,6! Любовью с берегов Южного Буга! Олеся Жураковская! И Винницкий! Спасибо! Винницкие! Цветы красивым девушкам! Винницкие! И Олеся Жураковская, ваши аплодисменты громче! И Серега тянет руку, хочет что-то сказать. Я скажу, что я люблю этих ребят. Вот, и только дальше, все. Спасибо, Серега. Вовка. Да. Слушайте, ну я хочу обратить внимание на миниатюру 36,6 в аптеке. Ну, потому что это абсурдные вот эти шутки. Всем. Круглошуточная. Вот просто мне это очень понравилось. Но самое главное, это, что я обожаю в Винницких, это, конечно, финал киномиров. Просто это отдельный вид искусства. Поэтому... Мне, знаете, честно, я хочу сказать батл. Окей. Браво. Батл. Как один красиво. Дальше, да, один батл. Один. Гарик. Да. Гарик, ты взялся за микрофон. Я тоже хочу сказать батл. Мне очень понравились. Последний номер вообще невероятный. Мне понравились номера. Какие-то понравились больше, какие-то меньше. Я ржал, но батл. Но спасибо. Battle. Два батл, но один battle. Дальше. Маш, ну тогда ты... Но все равно Баклан будет решать, правильно? Ну, вообще он решал, а тут на лиге, да. Я, честно, сейчас думаю только про Олесю. Одна так. Ее команда вылетела. Я не могу подставить дальше. Дальше. Итак... Ни много, ни мало. Баклан тут решала. Давай. Еще один хит про Станислава Владимировича, который не приемлет его если, мозг. Если я его муза, я за. Ну. Я его муза, я за. Я за. Кстати, я... как эхо звучит, да? Да-да-да. Баклан, клан, клан. Да. Итак, Станислав. Хочется быть честным. Это будьте очень же. Сложно. Вот, поэтому команда пойдет в батл. Батл. Ребята, поддержите команду. Это ж, я прошу прощения, это ничего еще не означает. Винницкий, Олеся Жураковская. Мы идем готовиться к батлу. Как и остальные команды. Нам очень все понравилось, было круто. Круто? Да, круто. Круто, круто, но батл. Для миллиона нужно поработать в батле. Поэтому... Вот на этот вот. Олеся, это тебе. Это тебе аплодисменты. Браво, Олесь, ты умница. Какая умничка. Ты классная врачиха. Боже мой. Лечи меня, лечи жарким огнем. Не надо петь такие красивые песни, тем более они не ваши, Алексей. Как будто те мои. Наконец-то. Вывели на чистую воду. Сейчас будет спортивная тема. А ну, мы говорим, какая? Женя, о канале, который близкий мне. Так. О спортивном канале. А ведь я мастер спорта по водному поло. Твоя тема, да? Да. И моя тоже, кстати. А что тебя связывает со спортом? У меня есть спортивный комплекс. Комплексую в спортзале. Ветераны космических войск и Сергей Бабкин. Спортивный канал! В принципе, ничего не происходило. Не было никаких промежуточных этапов. Ну просто типа вот мы стояли, общались, и просто человек подошел и начал все делать вместе с нами, все. Есть музыкальная сцена, где я вдосталь наигрался на гитаре и не только, и на барабанах, и на бас-гитаре, на перкуссии, на чем угодно, на флейте. Вот, есть театральная сцена, а эта сцена абсолютно отличается от всего остального. Нужно разделять, это совершенно
разные миры. С ним работать и тяжело, и легко. Знаете почему? Потому что его встроить просто, но не просто выбрать из его многогранности то, что зайдет именно сюда. Вот мы хотим сейчас продолжить свой путь, чтобы... Есть еще, короче, очень много всего, чего Сережа не досказал на сцене Лиги Смеха, и хотелось бы, чтобы он это сделал. Можете думать, что хочете. Гитары не будет. Будет Бабкин Сергей и Куран Веня Домницкий. Желание команды для тренера – закон. Из этого – ну никак. Ну вот не стрельнет, не бабахнет, не произойдет этого. Всем здрасте, друзья! Ребят, вы сегодня уже много поработали, просто покайфуйте, я почитаю благодарности. Когда Жанну Дарк начали сжигать на костре, она какое-то время радовалась, думала, что ее ножки греют теплые полы от Экстерм. Но потом что-то пошло не так. Теплые полы Экстерм, у них всегда все так. Немецкое качество и выгодное сотрудничество. Ребята, синергия — квартира для себя и жены. Синергия — квартира для дочки на вырост. Синергия — квартира для любовницы. Живешь далеко от Ирпеня? Купи теще квартиру в Синергии и приезжай к ней в гости. Строительная группа Синергия — квартиры для любимых женщин и тещи. Трошки похвалюсь, дивіться, купив собі машину на Авторія, я її ще не бачив, але вона точно дуже крута, тому що на Авторія я перечитав відгуки про модель, відгуки про продавця, відгуки на відгуки. Завдяки коментарям на Авторія все настільки чесно, що там ніхто не дозволяє собі прибрехати, навіть якщо дуже хочеться. Авторія перевірено людьми. Ми виступати. От странно, у нас нет космічних військ, а ветерани вже є. Это как у нас в стране с рэпом. Рэпа нет, а рэперы есть, Лёш. Ветераны космических войск. Странно, а аншлаг вроде не показывают, а шутки заходят. Вітаємо усіх любителів гумору, які зібралися сьогодні на жовтневий стадіум. Свій перший матч під керівництвом нового тренера Сергія Бабкіна проведе команда «Ветерани космічних військ». На дерев'яному газоні з'являється Куран. Він атакує, і це просто щось неймовірне. Востаннє я таке бачив на мундіалі в Німеччині. Це феноменальна техніка. Він просто іде. До атаки приєднується Веня. Він теж відправляється у наступ. Нічого собі, який фін! Я не можу в це повірити. Ви подивіться, в якій він неймовірній формі. Яка красива кофта! Команда йде ва-банк. Навіть воротар долучається до атаки. Дамницький рухається по флангу. Блискавичний прохід до штрафної зони. Яка неймовірна швидкість! Я не можу в це повірити. На полі з'являється і тренер. Господи Боже мій, ви подивіться, він повністю змінює тактичну побудову. Вперед, хлопці, не підведіть. Вся країна затамувала подих. I think I did it again. I made you believe they're more than just friends. Oh baby, it might feel like a crush, but it doesn't mean they're not serious. Cause to lose all my senses, but it just don't typically mean. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, we're lost in the game. Oh baby, baby, oops, I think I'm in love, but I fell from above. I'm not that innocent. Але що відбувається? Арбітр сигналізує, що йому потрібно переглянути відеоповтор цього епізоду, щоб зрозуміти, чи був там гол. Команда незадоволена та сперечається з арбітром. Тренер заспокоює своїх гравців. Що ж, ми дивимось повтор. Так, з цього ракурсу не дуже зрозуміло. Давайте глянемо ще один повтор із іншої камери.
А ось тут вже все очевидно. Арбітр фіксує, що це був не гол. Це вони просто співали пісню Брітні Спірс «Oops, I did it again». Такого в українському футболі ще не було. І, сподіваюсь, не буде. Вболівайте за наших і не перемикайте наш спортивний канал. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Далее в программе прямая трансляция. Финал чемпионата мира по молчанию. Бойцы на середину, давайте уважать друг друга и внимательно слушать мои команды. Игрок слева готов, боец справа готов. Файт! Время по углам! Время! Почти на середину! Боец готов! Боец готов! Фать! Молчание ниже пояса, минус бал! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! На меня! Раз, два, открой рот! Слова есть? Хорош. Боец готов, боец готов. Fight down. Я не могу говорить. Да он заговорил. Він не говорив, ти заговорив. Я не говорив. Він не говорив. Я заговорив. Ти заговорив. Я проиграл. Ти проиграв, у нас є победитель. Давайте його искупаем в молчании. Спасибо. И по традиции в конце нашего чемпионата гимн нашего турнира. Продолжаем приоткрывать завесу спорта. Скрытая камера на допинг-контроле. Анатолий, не туда. Анатолий, сядьте. Вот стул. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, вы принимали допинг? Не. Анатолий, подождите. Анатолий, вы поехали на Олимпийские игры как массажист команды. И стали олимпийским чемпионом. И что? А то, что вы стали олимпийским чемпионом в 42 видах спорта. 10 из которых это женские дисциплины. Анатолий, вы принимали допинг? Не. На чемпионате по прыжкам в длину вы перепрыгнули стадион. И хотите сказать, что не употребляли допинг? Не. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar baby. Не употребляли? Нет. В общем, вам надо сдать анализ. Лаборатория в соседнем здании, там вам дадут баночку. А, вы прямо отсюда, да, попадете? Здравствуйте, Анатолий. Это допинг-контроль, мне нужно задать вам пару вопросов. Так, а... Доигрался, Анатолий? Ну, вы пока тут общаетесь, я пойду сквозь стены похожу. Далее в программе премьера на нашем канале. Спортивный фильм, который станет легендой. Основано на просто нереальных событиях. Все совпадения с реальными людьми нарочиты. В ролях Джеб Нокдауни-младший, Михаил Лоукиков и Матвей Бабкин в роли Сергея Бабкина. В фильме «Бабидун». Тренер, я не продержу следующий раунд. Он меня убьет. Выбрасывай белые полотенца. Сережа! Не время сдаваться, Сережа. Треба идти до конца.
Мы с тобой прошли такие опасные тернистый путь, чтоб шо? Сейчас выкинуть белое полотенце, Сережа? Треба идти до конца. Я буду за тебе горой, Сережа. И не шо в цепи... Ничто в цьому мірі, Сережа, не заставить мене відвернутися від тебе. Я з тобою до кінця, Сережа, ну помни, мир не такий уж і прелестний, і привітливий. Якщо хоч раз дашли слабину, Сережа, він тебе так швирне, що потім і не встанеш, Сережа. Знай, не важно, як ти б'єш, важно, як ти держиш удар, Сережа. Пойми, ніщо не б'є так сильно, як життя. Якщо ти хочеш іти, іти. Только ты выйдь с пугу не сверни. Так делают только трусы. А ты не трус. Будь цього не можешь, Сережа. Ты должен решить для себя, Сережа. Кто ты? Ты левый или цапля? Ты богомол или кентавр? Кто ты, Сережа? Сережа, ты победун. Ты из семьи победунов. У тебя папка победун. Дед победун. Бабушка твоя була побідушка, і ти побідун, Сережа. Знай, якщо роздвинуть тучі, то десь там вдалеке тобі зустрінеться сонце, Сережа. Пархай, як бабочка, жалі, як пчела, щелкай своїх соперників, як белочка, резкий. Сережа, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І хай вам щастить, Сережа! И запомни, Сережа, если хочешь идти, иди! Если хочешь забыть, забудь! Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть! Сережа! Сереж, побіду. Кому я це все розказував? Знаете, друзья, мы считаем, что нашей команде не просто так досталась тема спорта. Для вас мы просто юмористы, но на самом деле на этой сцене только что выступали. Влад Куран, чемпион Европы по академической гребле среди юниоров. Александр Винничук, чемпион Киевской области по толканию ядра. Сергей Бабкин, обладатель черного пояса по тэквондо. И Артем Давницкий. Чемпион мира по фотошопу. Дорогий зритель, знайте, що ви чемпіони в душі. И вы чемпионы внутри, не на картинке, не на экране. Помните все, пожалуйста, для вас сегодня вечерком на этой сценочке выступал Сережа Бабкин. И ветераны космических войск Киев, Астер, Прилуки, Харьков. Спасибо! Космических войск и Сережа! Сережа Бабкин, браво! Ребята, мы молодцы, порвались. Мы красавчики, порвались. Да. Баклан закрывался, мы смотрели крупный план, Баклан, и ты закрывался, но все равно вы, Станислав, разрывались от смеха. По-моему, да, ни может, кого... Не, а Станислав просто не скрывает, что он, ему симпатична эта команда. Вот и хорошо. Все. Итак, о, я быстро скажу, мне понравилось дальше. Дальше, Маша. Маша. Ребята, вот с самой первой нашей встречи
приковали мое внимание, вы мне очень нравитесь, я это не скрывала, я просилась к вам в команду, вы меня кинули. Но чтобы это не выглядело как месть, дальше. Как отдельного внимания заслуживает выступление Сергея Бабки с песней «Бритни Спирс». Разве мы знали, что Сережина карьера закончится именно так? Серега, браво! Шикарно! Никто не знал, какой юг, как он пел. Гарик. Это было смешно. В какой-то момент я обосрался, я вспомнил, что я говорил Бабкину в рот лапки, а он по тэквондо, черный пояс. И я думаю, что это уже добром не кончится. Но мы не знали, да. Но это было смешно. Дальше. Третье дальше, Олесь. Ну, впечатления самые яркие, потому что очень стройное, очень сильное, с классной драматургией такое выступление, поэтому, конечно, дальше. Дальше. А теперь очень важное 4. Мнение, самое судьбоносное мнение. Ну, дальше, да. Единогласно. Дальше браво. Проходит команда ветераны космических войск. И Сергей Бабкин. Все 5 телеканалов показали свою телевизионную программу. Я думаю, что вам понравилось. Все команды приглашаем на сцену. Ну ладно, сейчас самое интересное только начинается. Да. Значит, давайте поздравим 2 команды, которые уже прошли дальше. 3 разные ведущие. И Гарик Карагоцкий. И ветераны космических войск. И Фастер Прилуки. И Сергей Бабкин. Винницкие. VIP Тернопель и стадион Деброва сыграют в батл. Батлы мы решили поменять в этом сезоне. Прошлую неделю мы сыграли батл города. Сегодня у нас все будет по-другому. Батл будет состоять из 2 этапов. Первый этап называется «Неудобное положение». Да, Евгений. Да? Да. А второй этап будет называться «Бумеранг», как в приложении в Инстаграме, но мы до него дойдем еще. Значит, что такое неудобное? Вам нравится неудобное положение потом? Ну, иногда из него надо выходить, и вот команда как раз займутся... А что ж вы никак из него не выйдете там, в конце концов? Так получается, так да. Меня поставили к вам ведущим, что ж делать? Да, но мне удобно, кстати, когда вы в неудобном положении. Так вот, сейчас Потап примет позу. Да, Потап принимает неудобную позу. Нужно смешно войти в неудобное положение Леши. Поехали! Стадион. Топой ты уже обдолбался, блин. VIP. Опа, Гангнам Стайл. Пойдет. Винницкий. Стадион. Суперклей момент. Склеивает даже Бугаев. Бугаев. VIP. Христос воскрес. Винницкие. Блин, чувак, я не Настя, я тебя не подыму. Окей, поменяем позу. Опа. Где у него рот? Це торговий центр, вдінь маску. Вінницький. Да, конечно, велюри пафосные вешалки. Стадион. Да я тебе народного хочу дать, что ты стоишь? Хочу! Не корона, бро. Винницкий. Пырышки-пупырышки, дай вам Бог здоровья. Пырышки-пупырышки. Окей. Другую, давай, еще одну. Пли! VIP. Ну що, Потап, тяжко без Насті стіль собачки показувати?
Винницкий. Да, конечно, агрегат старый, но я знаю, откуда его завести. Давай. Окей. Тебе спасибо, Лешенька, извини, пожалуйста, да. Спасибо, гениальные позы. Да, сейчас прошу выбрать команду, которая идет дальше. Винницкий. Тише. Винницкий? Винницкий, да. Винницкий дальше, раз. Олеся не оценивает. Гарик. Винницкий. Винницкий, два. Станислав Владимирович. Винницкий. Единогласно, Винницкий проходит дальше. И Олеся Жураковская. Олеся, поздравляем тебя, ребята, поздравляем вас. Аплодисменты, поддержите команды, батлы. Это нелегко. Ну а у нас остались две команды. Это стадион Деброва и VIP Тернопиль. Итак, теперь батл Бумеранг. Батл Бумеранг, который команды сыграют с великим комиком современности Евгением Кошевым. Батл работает по принципу бумеранга из приложения Instagram, например. Евгений показывает цикличное движение. Команды должны его обыграть. Евгений, покажите нам движение. Начинает VIP Тернополь. Дивимось і поїхали. Женя, не плач, Зеленський вернеться. Даже немножко грустно, так. Жень, сколько раз говорил, сверху вниз, слева вправо. Так, хорошо, меняем позу. Женя, еще одно цикличное непошлое движение. Вот он. Вот он. Пиу. Ты отпусти ты этого кота, живодер. Хорошо, VIP Тернопіль. Я перепрошую, ви вибрали труси? Ну как, два болта такі. Итак, поміняємо последнє циклічне движение от Євгенія, Євгенія. Да, движение от Євгенія. Вот, да, я ваш новий мер, мені хочеться сказати, да. Нічого, так. Мені на сьомий. Хорошо. Хто в залі гей? І ще раз, Жека. А ну, фрезеровщик, дай 5. Кому-ка, ну как ровно йдуть, ти посмотри. Вінгардіум Левіоса. Гаррі Поттер. Вспомню. Так. Ты тоже пистолет забыл, да? Хорошо, браво! Браво Кошевому! Ну, я не хотел бы сейчас оказаться на вашем месте, ребята, потому что очень сложно. Очень сложно выбрать того, кто пойдет дальше, но точно, да. Евгений, вы мой голос получаете. Браво! Спасибо, Женька. А вы получаете мой, Алексей. Да. Итак, внимание, сегментарное решение. Оцениваем только этот сегмент нашей игры и только выступления в этом сегменте. Итак, импровизации, в которых участвовал стадион Деброва и VIP Тернопиль. Кто из них проходит дальше? По мнению Сергея Бабкина. Сражение было просто, ну, бешеное. Спасибо, ребята, за и вам за невероятные шутки. Очень здорово все было. Но... проходит дальше стадион. Стадион, раз. Олесь. Да. Так, Олесь обычно поднимает одну ногу, а теперь две. Тихо, это... я волнуюсь тихо. Очень. Потому что сейчас я даже уже не сердцем, а просто как математик сидела и считала реакции зала, потому что я принять решение просто не могла. И это было математическое решение. Так. И это VIP Тернополь. VIP 1-1. По-моему, мы переплюнем финал «Голос Украины» на 1+1. Итак. Я тоже считал баллы. Во-первых, мне показалось, что вы этот формат придумали для того, чтобы поиздеваться друг над другом. И мы вас в этом понимаем. Я все-таки стадион. 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 Так, 2-1. 2-1. Станислав Владимирович. Вы, Станислав Владимирович, всегда говорили, что любите, когда... у вас есть какая-то роль в передаче, когда вы принимаете какое-то решение. Вот он тот самый момент и настал. 2-1, сейчас все зависит от вас. Я, во-первых, в
впервые я увидел, как Жека может себе невесту искать, пуская стрелы. И если б долетело, то пришлось бы лягушку целовать. Вот, это я так оттягиваю. Вот, вот. Дальше пойдет стадион Деброва. Спасибо. Стадион Деброва, поздравляем вас! Дальше в 1/4 финала проходит стадион Деброва и Сергей Бабкин. К сожалению, вынуждены попрощаться с великой командой VIP Тернополь и с великой актрисой, которая тоже попрощается со своей командой. Машенька, да, иди, иди. Спасибо всем большое. Замечательный был дуэт, замечательный тандем Маши Евфросиной и VIP Тернополь. Но, к сожалению, правила таковы, что одна команда нас сегодня покидает. Ну а с вами были Евгений Кошевой, Алексей Потапенко. Это Лига смеха на 1+1. Битва титанов. Очень грустно сейчас прощаться с Тернополем. Но мы с вами будем видеться каждую неделю на 1+1 в это же самое время, на этом же самом месте. Алексей Потапенко и Евгений Кошевой. Всегда с вами. Пока. До побачення. Поїхали. Поїхали. Ми віримо в майбутньому, весь посвіт не за світ. І кожен з нас тому сюди прийшов. Ми разные, но на сегодня смерть соединит. С мечтою общей сильной, как любовь. И все будет добре.